Приветствую вас, уважаемые друзья, гости, подписчики канала. Продолжаю дальше покраску королевского тигра от фирмы ACM. И сегодня буду делать высветление на всех выпирающих частях, так как по итогам голосования в предыдущей серии все выбрали не делать не камуфляж, а однотонный цвет. Ну и будем работать дальше с однотонным цветом. Для этого нам нужно будет сделать высветление. Буду делать красками Tamiya XF60 и XF55. Разводить буду в равных долях. То есть одна капля XF60 и одна капля XF55. Ну и все буду разводить растворителем фирмы Tamiya X20A. Приступим к разведению краски. Перед этим я ее очень хорошо размешал. Для того, чтобы лучше размешивать краску, я рекомендую приобрести специальные шарики. По два шарика добавлять в баночку. Во-первых, намного лучше перемешивает краску. Вот, беру равную часть, одну каплю. И такую же капельку. Даже может быть чуть-чуть больше. Добавим XF50. Уберем и закроем баночки, чтобы они не высыхали и не мешали под рукой. Так как многие знают, что Tamiya на спиртовой основе. Растворитель я добавляю 1:5. Вот. Сейчас хорошо перемешаем. И тоненькой струей будем высветлять все выступающие части на модели. Начнем с башни, потом перейдем корпусу.
Вот, друзья, что получается. Как бы сильно, так уже ярко я высветлять не хочу. Ну вот такая вот контрастность на модели теперь присутствует. Потом сделаю фильтр, и фильтр немножко сгладит где-то что-то яркое. И придаст больше реализма покраске. Сейчас кисточкой возьму теперь XF55 и кисточкой мелкие выступающие части подкрашу. Кисточкой вот выделил все клепочки выступающие, болтики. Получился такой вот своеобразный контраст на модели. Сейчас соберу на сухую. Посмотрим, что получится. Конечно, красивый танк Королевский Тигр. Хорошо смотрится. И размеры так у него приятные. Да и сама вот ICM-овская модель несложная. В сборке очень хорошо все стыкуется, быстро собирается. Сейчас попробую поставить его на катки, посмотреть, что получится на катках. Поставил на катки. Модель смотрится, конечно, очень внушительно. Я работой доволен. Все, что хотел, на данный момент у меня получилось. И пришейдинг видно, и высветление очень хорошо видно. Что запланировал, то и получилось. Смотрится, конечно, Королевский Тигр очень интересно. Теперь предстоит самая трудоемкая работа.
работа с лаками, с маслом, потому что каждый процесс нужно контролировать, давать хорошо масляным краскам высохнуть. В следующей серии, наверное, уже буду показывать фильтры, лакировку, смывку. Ну а дальше уже попробуем его ушатать пигментами. Будем делать немного танк повоевавшим. Очень хорошо получился. Как вам танк? Понравился, не понравился? Пишите в комментариях. Ваши комментарии, друзья, конечно, вдохновляют, помогают в моделизме. Спасибо вам за это, что не остаетесь равнодушными. Ваша помощь, ваши советы очень много значат. Как бы многие советы воплощаю в жизнь. Спасибо, друзья. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. Следите за выходом следующих серий. До свидания, до встречи. Всех благ вам и вашим близким.